Красный удар, и это Хван Эмбом. И опять... Такая пауза была, и идеальная по траектории. Учимся для Егора Шамова. Счет открыт. Эмбом Хван наказывает Нойштеттера за дикую Берется по центру на Ануку. Ануку вращает мяч Кучаеву. Подключается Умовицкий к этой атаке. Прострелы. Ануку не удает снести его. Ануке Эмбом 4-0. Мы знаем... Опять-таки, комментарии матчей на телеканале «Старт». Хороший момент! Навес! Хорошая передача! Касание играет Деспотович. В одно касание же здорово отдает Илья Самошников. Передачу Хван! И удар! Бомбый гол! Шикарный гол! Все скорее всего поудачится. Браво! Ой-ой-ой, момент! Нойштеттер, что ты делаешь? Шунин 2-0! После вот этого перевода из середины на фланг, это Живоглядов. Он играет на левой бровке, ну а тем временем Хван Эмбом, у него отличный удар, он бьет и забивает! Хван налево. Помощников. Хван может пробить отсюда Хван. И это гол. Владимир. Гарро, атака Квичи. Левым флангом. Опять может быть опасно. Видит он Деспотовича. Бьет Деспот. Еще один удар. Итак, угловой. Правильно, 11-метровый наносит удар. И Рубин спадает. Высокая подача, и забивают гости.